Привет, бро, меня зовут Пози, и прямо сейчас мы вместе с Аидом поиграем в Roblox Blocks Hunt. Всем привет, меня зовут Аид. Итак, что мы сейчас должны делать? Новый раунд начинается, что это? О, мы играем за голубых. Голубые это те, это кто? Это те, которые ищут? Это, походу, те, которые ищут. А, нет, те, которые прячутся. Так, и куда мы должны прятаться? В смысле? В чем прикол? Надо предмет выбирать. Я играю за лампу. Давай за лампы. Иди за мной, ты где? Да я уже спрятался, я не скажу тебе, за кого куда я. Куда ты спрятался? В смысле? Не спалил. Я в палатке встану. Мне кажется, в палатке самое место фонарику. Это ты лампа зеленая. А, на да. Дерево запрыгнул, да? Я не на дерево. Ты на столике стоишь? Да. Я тебя рассекретил, я возле тебя в палатке, смотри. Оп. А, это... Вот это... Понятно. Я спрячусь в палатке, буду стоять прямо тут. А как ты узнал, что я кружка? Какая кружка? Я думал, ты лампа. Нет, я кружка на столике. Я тут с этой лампой. Ну, зря ты спалился. Смотри, уже гоняется за лампами. Я должен стоять в палатке. Надеюсь, они не додумаются заглянуть в палатку. Нас палят. Возле тебя прямо. Смотри, он не догадается. Он не догадался. Да он даже в палатку не додумался заглянуть, смотри. Мне кажется, сейчас спалит, смотри. Не-не-не-не. Опс, не попал. Нет. Попался. Меня убили. Ну ладно, я пойду тебя убью. Да ладно, шучу. Я не буду палить тебя. Я просто буду напряженно ходить возле тебя. Кто же здесь на столе? Может быть, прыгнуть на стол? Нет, меня спалили. Ладно, я тебя добью. Итак, что теперь мы делаем? Теперь мы должны добиваем найти оставшихся. Ну, они 100% стали фонарями, потому что они очень креативные и оригинальные. Или кострами, тут можно стать костром. Но мне кажется, они где-нибудь на деревьях прячутся. Кстати, очень одна же кружка прямо возле тебя залезла на дерево. Ву-ву. Ну так пойдем. Ву-ву. Чекать. Ву-ву. Тут кто-то прыгает очень высоко. Я нашел. Вон они бегают. Я сразу двух нашел. Стул прыгает. Стул, лови стул. Я вижу. Еще смотри, сверху кружка паркурит. Как она так высоко прыгает? Эй. Я не знаю, может тут читы какие-то есть? Нет. Как? Ее поймать? Как ее поймать? Что за? Я не понимаю. Что нам нужно сделать, чтобы попасть под ней? Ты один раз ее зацепил. Так, давай. Она теперь на дереве. Ура, два раза пшикнул по ней. Это какие-то читерные прятки, они мне не нравятся. Да так не должно быть, это... Я не знаю, все, мы ее убили. А, все, убили? Замечательно. Да, и последнее, что-то осталось последнее. Кто же может быть последним? Ну, мне кажется, где-нибудь на дереве последняя кружечка. А, все. Все, нашли. Все. И это у нас корабль. Корабль. Воу, ужасная карта. Так, да слушай, нет, они карта. Могут стать бочками. Так мы сейчас выбираем. В смысле? Да, я уже супер. Стал. Супер. Кем ты стал, чтобы не я понимал? Не скажу тебе, вдруг ты меня потом найдешь. Я стал бочкой. Но я тебе, видишь, спалил, а ты мне не палишь. Я стал бочкой. Он запрыгнул на меня. Это ты на меня запрыгнул? Это я! Тихо, не двигайся. Не двигайся. Так это ты не двигайся. Да ты не двигайся, я не двигаюсь. Я тоже не двигаюсь. Так, все, стоп. Не двигайся. Остановись. Я не двигаюсь. Спрыгни с меня нафиг. Ладно, давай, вот я на другую бочку залезу. Вот, стой здесь. Они даже не двигаются. Там один чувак просто стоит впереди нас. Мне кажется, мы могли бы построить здесь здоровенную баррикаду. Мне кажется, если бы перед нами стало еще несколько бочек, то ты бы был вообще в зоне недосягаемости. Да. Ну а пока что я рискую. Смотри, уже... Уже 6 человек осталось, там уже нашли одного. Кого взорвали прямо возле нас? О, не-не-не-не. Это он превратился? Нет, нас палят. Так, тихо. Убегает бочка. Есть, она отвлекает. Он в меня один раз лазером ударил, но я остался, и он тоже убежал. Подумал, что я нормальный, раз не стал убегать. А по мне вообще ни разу не попали. У меня полное сердце. Куда эта бочка опять бежит? Не-не-не, она нас запалит. Превратилась в фонарь. Беспалевная бочка. Он несколько раз к нам подошел. Да. Он уже мог нас 100 раз найти. Слушай, я бы на его месте уже 100 раз нас запалил, потому что бочки чересчур странно стоят. Смотри, как-то хаотично. Но здесь также еще куча ламп в одном месте. Слишком подозрительно. Знаешь, 10 ламп в одном месте на одной бочке. Интересно. Не-не-не-не-не, он идет к нам. Он опять меня один раз ударил и убежал. Он прям возле меня этим электричеством пощелкал и ушел. В тебя еще ни разу не ударили? Вообще ни разу. Как ты так делаешь? Потому что... Я мастер Блокс Ханта.
Так, и что теперь? Я думаю, нам стоит сменить позицию. Ну да, я уже сменил. Да, уйди, 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 Ванечка! Он идет к нам! Уйди, уйди! Ну ты взял, нас запалил. Ну иди ты в баню, а? Я с тобой больше не буду играть в Blox Hunt, это нечестно. Ну у тебя 20 секунд, 20 секунд есть. 20 секунд, что? Ну все, меня убили. Так, я сейчас пойду и убью тебя. Я же уже умер. А, ну ты... Ты же хотел чего-то поэнергичнее. Да ты скунс. Хотел позицию скунс. Сменить. Я бы тебя назвал по-другому, но ты скунс. Это Roblox. Здесь только так. Только так, сурово и жестко. А, ну что ж, мы проиграли, все из-за тебя, все из-за Аида. Давайте же поздравим великолепного игрока в Roblox. Тут очень сложный паркур. Проходил его когда-нибудь? Нет. Лол, ну сейчас я его изи пройду. Что здесь давай. Тяжелого? Опытный игрок в Roblox против паркура. А что здесь тяжелого-то? А, блин, я упал вниз. Здесь нужно было, наверное, карабкаться, да? По этому камню. Ладно, сейчас попробую еще раз. Подожди, подожди, подожди. Я прям за тобой иду. А, нет, нет, нет. Ха! А я допрыгнул. А там дальше еще есть. Ну вы лохи просто, вы не умеете. Бывает. О, все, я почти все прошел, смотри. Там а дальше там по еще стены, видишь, стены движутся. А, здесь стены еще двигаются. Ну, теперь о, я снова буду искать синий. Его. Хорошо, я снова за лампочку спрятался. За лампочку спрятался? Это обман, чтобы набрать класса, чтобы я хп себе потратил и сам себя убил, да? Нет. Нет? Ты точно за это лампочку? Правда. Да. Ну ладно, окей. Так, я выхожу на охоту, меня телепортируют. 3, 2, 1, погнали. Итак, где же могла спрятаться лампа? Так, я уже нашел костер огромный в палатке. Он застрял, кажется. А, так ты нас видишь. Еще какая-то бочка-корзинка. Я ее ударил. Она куда-то улетела. Эй, падай вниз. Какого? Она летает в воздухе. Это нереально, это ненормально. Так, ты за лампочку играешь. Тут вон стул прыгает, стул можно прибить. А, стул? И костер тоже движется, тут сразу рядом и костер, и стул. Костер и стул, подожди. Они возле тебя находятся? Не-не-не, они далеко от меня. Так, я вижу кружку, которая прячется за костром, но я ее догнать не могу. Она в палатке, вижу да, еще. Да-да-да-да-да-да. А этот костер, он тоже не настоящий, костер тоже убей. Да? Не настоящий? Да, он не настоящий. Убил. И костер бей. Получай электричеством. Ладно, я какая? Знаю, что в палатке еще кто-то один спрятался. Нет, никого больше нету. А, только что же. Ага! Вижу какую-то саранчу за камнем. Нет, 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 не лови меня, не лови а, меня, не ты? Лови меня! Я тебя обманул, стоп. Я был другой ящик. А, ладно. Но меня тоже убили. А как они улетают? Объясни мне. Не знаю. Передо мной был блок, он резко подпрыгнул и улетел. А, может быть, я его убил? Может, они могут. Да-да-да, ты его убил. Все, остался так, один прячущийся. Последний остался. Давай искать. Включаем комнатных сыщиков. Я вижу. Я вижу, это кружка. Вон она в кустах бегает. Вон, где? Вон. Вот здесь, за деревом, за деревом. Где вот, за деревом? Там, ну ты смотри, где я. Все, а, убил все, ее. Убили? Да. Ей! Кажется, я победил. Я у тебя радостный поинты. Звук был? Да, я выиграл. А у меня грустный. Ха! Потому что ты играл за синих. Это легкий паркур, что ты не обманываешь? Он сложный. Ты когда-нибудь пройдешь его полностью? Вот такой вопрос. Вау! Я на голове у кого-то стоял. Смотри, как прыгать о. Нужно. Оп! Я упал вниз. Есть, я синий. Я тоже синий. Ура! Что-то тебе везет. Вау! Мы играем на моей самой нелюбимой карте. Это такая тупая карта. Это очень тупая карта. Чувак, это вообще кошмар. Это не карта, это просто жесть. Я не знаю, как на этой карте выживать. Я, наверное, буду сейчас за кружку. За стакан. За стакан! Да! Иди сюда ко мне. Не-не-не, я не знаю, где ты. Ты где? А я один из стульев. Смотри, какой. Нет, я тебя не вижу. Я, видимо, в другой комнате нахожусь. То есть это здесь другая просто... кружка тоже залезла в шкаф? Да, все, видишь, кружки, очень умные. Кружки, вы такие предсказуемые. Такие хитрые и такие предсказуемые. О, я сейчас буду в приманку играть. У меня появилась идея. Я устрою Кшона. Так, смотри, если ты увидишь кружку, которая бежит по главному коридору, то знай, это я. Возле тебя игрок вот я, есть. Вот я, вот это о, я. Ты кого-то к нам приманил. Да, я знаю, прячься. За стулья, за стулья. Вонючка, отстань от меня. Нет, меня запомнили. Тебя запомнили. Да. Пози, помоги. Беги на выход, на выход, на выход. Сматываемся. Сматываемся. А, меня убили. А, меня еще нет. Потому что я уворотливый. А кто это такой предатель? Кто это все приманил к нам? А, даже не знаю. Это был ты.
Если б я тебя не увидел, то мне кажется, я бы тебя не предал. Это же логично. Ты еще живой, да? Сейчас мы тебя поймаем. Да, я живой, возле меня игрок ходит. Электричеством по всему стреляет. Мне еще нужно минуту 30 секунд придержаться каким-то образом. А-а-а, адреналин накаляется! Ты не сможешь, так? Я смогу, смотри, смотри, смотри. Он что-то знает, он что-то знает. Я не знаю, что он знает, но он что-то знает. Это логично. Он идет в обратную сторону, он идет вообще не туда. Мне кажется, я победил. Я заработаю свои токены. Ну что ж, давай устроим экшона. Что-то мне надоело сидеть на одном месте. Давай, давай, давай. Это же неинтересно. Вот смотри, он меня не видит. Ха! Ха! Он меня не увидел. Шо-ха. Лах. А где он? Ну, он только что забежал ко мне в комнату. Я за мусоркой! Я за мусоркой! Последний чувак остался. Ну, здесь, видишь, читеры не смогут летать. Мне кажется, что кто-то среди чашечек. Потому что никто до конца не проверял все чашки. Вот тут в одном месте... Но нас 10 человек. Неужели мы не можем проверить абсолютно все? 15 секунд. 15 секунд. А, так стоп. Это ты меня убил? Да. Серьезно? Да. Так ты же мне сказал, что ты за мусоркой. Так я думал, это другой игрок. Я думал, ты в наблюдателях сидишь. Какого? Ладно, окей. Раунд завершился, я проиграл. Мак. Последнего мы так и не смогли убить. Дед. Да. Ну что ж, я думаю, на этом стоит завершить. Да, я тоже так подумал, думаю, стоит. Ну что ж, бро, на этом этот ролик подошел к концу. Надеюсь, тебе понравился этот ролик. Если это так, то обязательно поставь свой лайк и подпишись на канал, если ты еще не подписан. Увидимся с тобой в следующих видео. И оставайся таким же крутым и веселым. Адьос. Playtime.